мы предлагали принимать участие всем. Я вам хочу сказать, что вот в этом году вы видите, как активно мультипликаторы заработали. А уверен, что после вот этого сегодняшнего нашего фестиваля интерес будет огромный к фестивалю, и заявок будет еще больше. В этом году, я уже называл цифру, 150 новых названий, которые были здесь предложены. 150 представлены будут, а их было значительно больше. Как минимум 80 площадок. Поэтому мы специально никого за уши не тянем принимать участие. Мы предлагаем. И вот сегодня полная обойма. Видимо, фестиваль вошел в определенную стадию, что сегодня почетно в нем принимать участие. Более того, тот, кто побеждает в фестивале, получая нашу награду, претендует в Министерстве культуры на гранты. Вы знаете, он говорит, я победитель такого-то фестиваля. Сегодня для того, чтобы предлагать свою картину, свой сценарий, все, так сказать, говорят о том, что он до этого сделал. Вот сегодня уже, так сказать, награда на нашем фестивале имеет значение. Самая сильная сторона нашего кинематографа – это всегда был человек, его духовные, душевные качества. И в том числе, мы с вами уже не раз об этом говорили, и, конечно, патриотизм, любовь к родине, любовь к женщине, любовь к семье, любовь к детям. И такая бескорыстная, что ли, любовь, которой всегда отличались наши люди. Поэтому наш фестиваль называется «Будем жить». Мы его открывали 5 лет в трудных условиях, когда нашу молодежь заставляли снимать чернуху и отдавать на зарубежные фестивали. Они говорят, а что нам делать? Извините, а что нам делать? Мы нигде не можем показать. Так теперь у них есть площадки, и не просто площадки. Они сегодня показывают свое кино по всей стране. А сегодня, особенно в эти праздники, по всей Москве. Все площадки показывают их фильмы, а лучшие будут показывать и в дальнейшем. Но этим сегодня пользуется и Метро кино, потому что им тоже нужны площадки, им тоже нужен зритель. И мы даем такую возможность.